Начали писать. Ну, передаем привет сибирским рокерам, дальневосточным всем. Сереж, ну давай немножко вот в историю. Мы как-то все делаем так, чтобы вспомнить то самое классное, славное начало вообще вот рок-марша, наверное, так скажем, который проходил по городам вообще всей России, я так думаю. Как ты попал в этот водоворот? Рок-водоворот. Времени вспоминать. Я помню, как бы просто. Да я, хоть с какого? Вот, хоть... Я жил там возле одного концертного зала, который одновременно был дворцом хоккейным. Ледовый дворец Кристалловый, так называется. Угу. И туда приезжала куча всяких музыкантов выступать. Помню, Кузьмин приезжал, он был 4 дня. Каждый день было по 2 концерта. Это был 83-й год. Вот. Вот. И, ну, соответственно, там мама Миши работала на входе. Поэтому из 8 концертов я был на 6. Это тебе сколько было примерно по возрасту? Блин, 15. Ну, то есть ты вот был таким как раз школьником еще. Ну да, вот старшеклассником. 15 лет. Ну да. Ну и, в общем, вот с этих, как обычно... Потом были круиз, там. Как бы уже прям металлюги приезжали. Угу. Вот, ну а, собственно, все основное, видимо, началось... Ну, у меня-то в армии началось, но есть фотки, где мы рок-группу сделали, где я отобрал у одной девчонки перчатки, обрезал их, вот, выбрил виски, на бляху перевернул кверх ногами звезду, ну, звезда была кверх ногами, такой был панк-солдат. Вот. Для клуба университетского отбирали музыкантов. Ага, я вот. Помню, пришли 53 музыканта разных всяких. Это группы? 53 группы или не, просто... 53 музыканта. А, ну, просто... они, кстати, да, некоторые приходили группами. Вот. И нас с Димой почему-то посчитали самыми перспективными и сделали как бы универской группой, грубо говоря. Угу. Но мы всегда дерзновели играть свое, как бы. То есть мы принципиально не хотели играть никакие кавера, неинтересно. То есть у нас перло свое, и мы хотели. Вот. К нам включился помогать Феликс Аронс, который впоследствии был главный режиссер Саратовского академического театра Карла Маркса. Он обалденный музыкант, он джазист, он все время нам там выстраивал сложнейшие аккорды, учил нас джазовой культуре, а мы с ним боролись при помощи нашего рока. Вот так мы просуществовали где-то год. То есть вы там в Бадалове. Да, да. То есть он нам великую культуру прививал, а мы ему драйвы отвечали. Что-нибудь сейчас вспомнишь из того репертуара? Ты знаешь, была песня, с которой, вот как мы считаем, началась история вообще нашей группы. Вот. И попробую вспомнить. Не строит у меня гитара. Ёжик в тумане, бессмертный герой, пока существует туман. Рубль в кармане. Пока не дырявый.
Прикольно. Ну, она такая вот прям балладная такая, да, прям. И, ну, вот это 88-я осень. А дальше уже там пошло поехать. Там играли, играли, играли. Потом что произошло после вот того, как... У нас был еще один эпизод интересный. Там приехала какая-то девушка по обмену между университетом немецким языком. Она приехала из Германии. А мы как раз на Саратове, вот как ты вела на красноярском телевидении передачу какую-то музыкальную, на саратовском телевидении тоже была какая-то передача, я не помню, как она называлась, по-моему, «Окна», что ли, ну, что-то такое. Нас пригласили, и мы там играли четыре песни свои, ну, с Димой, вдвоем, в две гитары. Ну, я там на флейте играл еще. Вот. Там мы записали материалы, вот шесть песен, единственные, которые были записаны, они уехали в Германию, и там пропали, короче. Пропала она, пропала запись, все пропало. Прикольно. Я вот так поставлю на коленку, чтобы неудобно было. Извините, это нерв. Испания какая-то пошла. Где тореадоры там с этими? Так, ну, в общем, смотри, мне интересен какой момент. Мне вот интересно, тебя кидало, как и, в общем, всех нас кидает до сих пор жизнь то в разные стороны, то туда, то сюда. Вот этот момент, когда ты играл, жил спокойной человеческой жизнью, потом тебя бах, кидануло в Хари Кришну. Как бы, как тоже вот этот момент? Ты помнишь, как у тебя ну, это... Ну вот спустя как бы, да, годы я сейчас осознаю то, что было совершенно... Я помню, что меня поразило... Ну как, или как вот, как, почему я пошел туда, да, или что меня привлекло, или что привело, ну, да, как там обычно говорят. Я помню, что как-то жизнь очень резко изменилась, да, вот там в конце 80-х, в начале 90-х. Потому что, ну как я воспринимал мир на тот момент, что... Все мои друзья там, мальчики, да, с которыми мы играли там в футбол, допустим, там, входили на борьбу, там, самбо-дзюдо, то, что вдруг половина резко стала бандитами, угу. Какие-то дела, какие-то расстрелы, перестрелы, один пропал, другого убили. Девочки тоже там, в общем, поняли, что у них есть прекрасное тело, и вполне возможно его там продавать, как бы, и этим зарабатывать на жизнь. И то есть начались, как бы, 90-е, и все настолько стало... Ну, по мне, это было противоестественно. Ну, то есть, как бы, да, потому что у нас коммунистическая жизнь, там, светлое будущее, да. Это все. И вдруг, бам, вроде бы свобода, да, та рок-н-ролльная свобода, о которой мы мечтали. Хошь там, брей себе, хошь чё. Я помню, мне подарили вот такую вот медную английскую булавку. Это, кстати, было еще в 85-м году. Ну, естественно, я ее на ширинку надел. И в итоге у меня было 7 булавок на ширинке. Вот от такой медной и вот до такой вот маленькой просто. Все. Это еще 17 лет, это 85-й год. И тут как бы вот все можно, да, то есть, ну, как да. бы, ну, то есть... Но что-то это стало до такой степени все можно, что как-то стало противно и страшно от всего этого. И я подумал, как так вот, то есть, как люди, ну, начинают есть других людей. Как это возможно? А когда это приобретает какой-то массовый характер, я подумал, что для меня вот это случилось как бы переломом. Ну, я стал искать какую-то чистоту, какую-то... Ну, что-то такое, чтобы меня спасло от этой грязи, от вот этого от всего. Ну, и, соответственно, сначала это было христианство, это было Евангелие. Как раз мои рок-друзья мне подарили первое Евангелие. Вот, после Евангелия, да, было сознание Кришны, потому что сознание Кришны, во-первых, были те же университетские друзья и рок-друзья. Угу. Собственно, впервые про Бхагавад-гиту мне рассказал. Это был фестиваль ДК «Россия», там большой ДК, ну, в Саратове там много фестивалей проходит. Это был рок-фестиваль. И был мой приятель, там, Пункер, там, он уже, по-моему, сбрил этот свой ракес. В итоге мы вышли покурить на, знаешь, там, ну, крыльцо такое, Дом культуры, там же такое большое, ну, да, большая да. лестница. Всегда, да. Сзади колонны, и стоят два Пункера, курят, короче. Такой закат, такое все зловещее, в общем, идет снег. И он говорит, что-то надоело мне вся эта панковская движуха, что-то грязь какая-то, безысходка. Я сейчас по другой теме прикалываюсь, старик. Я говорю, по какой? Сознание Кришны. Показал мне Бхагавад-гиту, Денис. Он, короче, он в Чикаго, но он давно уже живет в Америке, Денчик.
Вот такой был эпизод. Ну и как бы вот меня туда выплыло, я там очень много всего нашел. Ну, то есть, во-первых, да, эта чистота, она дает кучу силы. Вот. Сейчас очень много рок-музыкантов, которые прошли через сознание Кришны, сознание Кришны остальное. И Горячек Тимошин, «Небо здесь», да, вот в Раджеш, которого ты видел. Ну, в Раджеш, да, из Запорожья, он там был самым крутым гитаристом, они приехали с Друганом, вот реально покорять Москву. Да, я его Фил Коллинзом называю. Вот я захожу в храм Хари Кришны, это январь 92-й год, на Беговой был храм. Стоят два чувака, короче, вот такие хаера, как у Тестамента, короче. Вот до сюда, вот такие вот стоят. Ну, просто два металлюги, в общем, приехали из Запорожья. Вот, в итоге они оба приехали. Ну, ты их обоих видел, мы играли на концерте. Уже хаеров нет, уже лысые, седые дядьки, как бы. Но я их помню еще такие. Так что, как бы, ну, это естественный процесс. То есть, те, кто искал духовность, они ее нашли. Самое интересное, что они остались музыкантами. Да, 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 вот это важно. То есть это они очень все важно. Равно остались в музыке. Урок и продолжается. Во благо или против невежества. Что да, не важно. Главное, что рок продолжается, да, и вот без всяких этих оговорок. Ну давай, короче, еще что-нибудь нам лобани такое. Да лобани, я что, готовился, что ли? Ну, не надо, зачем, что никакой. Ты мне вот сейчас мою любимую песню можешь какую? Наиграть? Ну как, какую? Ту, что ли? Да, про штрафуй. Ну кусочек заштрафуй. Вот я просто очень хочу, чтобы это гимном был. Ну кусочек. Кусочек какой? Это припева? Ну, или какой-то, ну, как хочешь. Ну, с припевом, а чё? Ты хочешь, чтобы она стала гимном? Да. Это... Движение. Ну, каким-то гимном. Это отморозь какая. Нет, ну, как каким... Нет, ну, должна быть каким-то гимном. Ну, вот, а предыстория такая, короче, что... Куча людей, знакомых, друзей, близких, все же закредитованы, ни для кого не секрет. Вот это очень актуально. Я и всем звонили коллекторы, да, и один рассказал свою историю, второй, третий, пятый из близких, да. И мы все, естественно, ну как бы сопереживали друг за друга, и каждый выкручивался там как мог. Но стала понятна общая тенденция, что куча закредитованных людей, которым нечем платить, и так или иначе они, ну как-то... взаимодействуют с этими коллекторами, как-то пытаются им что-то объяснить. И у меня вот в качестве шаржа родилась вот такая песня, что ну как бы ты мне звонишь, ты хочешь прийти, там ты даже там что-то меня запугиваешь чем-то, а что ты с меня в итоге возьмешь? Вот об этом зарисовочка, коротенькая. Я сижу один в своей квартире пустой, и давно уже никто не дружит со мной. Но ты не слушай глупых невеж, приходи в мою дверь, болгаркою срежь, приходи, законы мне растолкуй и арестуй мой хуй, арестуй мой хуй. Подписывайтесь на канал. Супер, супер. Скажите мне, Серега, допиши уже. Да, допиши, я потому что очень хочу. Она будет в обработке, будет крутая вообще. Мне очень нравится.